Все чеки, бам, Бонни, смотрим кавер. Клинок у нас тоже дьявола, тема, аниме. Вау, красиво. Ну, азиатским духом Азии прям. Все традиционно, да? Как я понимаю, такие города, ну, в Японии реально еще сохранились в какой-то степени, но они еще есть. Это куда? А, это, наверное, обычно храмы, наверное, больше. На храмы походят. Оу. Очень хорошо здесь, как бы, они атмосферу передают и звучанием, и еще немножко, да, как, так скажем, косплейно ждет. Красиво. И вообще кадры с этими, с полотнами летающими. Горячий, хороший, приятный, яркий, плотный. И вот они только начали, вот, так скажем, вошли в дроп, вошли в этот в кураж резкий, и парень начинает двигаться. Очень круто. Все синхронно, они мол, ну, все проработано. Так скажем, кадр проработан. Ой, ну блин, так нельзя делать. Это уже все, это красиво, это очень красиво. За этот кадр прям вот такой плюс, огромный смех. Блин, еще есть голосовые эти вставочки. Вау. И главное, непоколебимые они все. То есть музыканты прям концентрация на полную катушку. Ну эти кадры красивые, конечно. Добавляют какую-то легкость. Ну и круто, да, то, что пожилые люди, они как бы в курсе немножко нынешней обстановки и делают реально крутую музыку. Классно. Молодцы. В общем, они даже не двигались, мне кажется. Ну не кажется, тут, в принципе, только парень махал мечами и все, больше движений и не было. Вот такое выступление яркое. Причем не то. Ну да, конечно, вот эти вот ткани парящие. Они в любом случае добавляют яркости. Но и. Музыканты сделали свое дело, каждый играл на высоком левеле. Подбор музыкальных инструментов был очень необычным. То есть, если мы взяли лису, там, ну, там, конечно, отличается все кардинально. Поэтому круто, круто, это самобытно, это интересно. Ну, я там какие-то новые даже музыкальные инструменты узнал. Возможно, это там был просто, я не в курсе так. Молодцы, молодцы. Ну, атмосфера, само собой, не только и Азии, да, и
аниме она была. То есть припев драйвовый, ту-ту, ну как, вот это есть. То есть чувствуется, что это особенно опенинг к аниме. Это часть аниме, это прям чувствовалось. Здоровья этим людям, вам тоже здоровья. Пока-пока. Thank you.